сдвиг игольниц H на верхней игольнице. Все иглы выставляем в рабочее положение. Что касается нижней игольницы, берем ту же гребенку, которой выполняли набор, и поднимаем иглы как бы в положении D. На иглы машины устанавливаем трансферную каретку KA8300 и поднимаем нижний рычаг. Руками беремся за две ручки . Переносим иглы с нижней игольницы на верхнюю. Снимаем каретку. Иглы, которыми только что переносили, опускаем вниз. Снова берем трансферную каретку Brazier KA8300 и вновь устанавливаем на игольницу. Опускаем рычаг внизу. Беремся, подравниваем иглы. Беремся за две ручки. Переносим петли с нижней игольницы на верхнюю. Все иглы опускаем. Наши иглы все на верхней игольнице.